Первое правило игры – разводки. Единственный способ поумнеть – играть с более умным противником. Мака должен заплатить за все. Мы узнали, что у вас возникли проблемы. Всему миру известно, что он сам всегда ведет игру. Теперь моя очередь шутить. А каково второе правило игры? Правило номер два. Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Мы будем оставаться живыми мертвецами, пока ты не исправишь ситуацию. Шах и мат. И вдруг ни с того ни с сего утилизатор его пристрелил. Пристрелил? Замолчи! Почему? Что почему? Почему я до сих пор жив? Револьвер. Его лучшая разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что он — это ты. Можете меня бояться или почитать, только, пожалуйста, не считайте меня таким же, как все.